Отменили амнистию. В Саратовском областном суде состоялось рассмотрение апелляции по делу Василия Синичкина. Напомним, экс-главу администрации Саратовского района обвиняют в превышении должностных полномочий. Подсудимый представил удостоверение ветерана боевых действий за участие в спецоперации в Чечне. На основании этого документа 14 мая Кировский районный суд удовлетворил ходатайство экс-главы об амнистии, с чем не согласились прокуроры и обжаловали решение. По факту выдачи ветеранского удостоверения Василию Синичкину в МВД Чечни была проведена служебная проверка, которая показала недействительность данного документа. 5 августа апелляционная инстанция областного суда отменила решение об амнистии Василия Синичкина. Дело экс-чиновника направлено в Кировский суд для нового рассмотрения.